сегодня едем на более интересном автомобиле. Я не буду говорить какой. Но здесь очень комфортно. Быстро, мощно, классно. Поехали снимать классные сюжеты для вас. Ну как, скажи, расскажи, вот второй день ты сегодня же уже, да? Как да, второй. Уже как, поспал маленечко, да? Ну да, пару часиков. Ну ты прям бодрее сегодня, у тебя глазки такие. Ну да, глаза хотя бы открылись. Спички вытащил, смотри, из глаз. Да, ну сегодня тяжелый был день, тяжелый. Но веселый. Но веселый. Ну уже получше, полегче. Ругались поэтому. Ну ты это нам, ты нам не рассказывай ничего, это все засекречено. А так все круто. Так все круто. Сегодня улетаю. Завтра улетаю. Ты завтра улетаешь уже? Да, а потом приезжаю 6-го. Тебя что, театр ждет? Да, надо отыграть спектакль, а потом приезжаю. Да, кстати, вот чем вас предупреждал в предыдущей серии, что у нас ребята играют не только в кино, но и в театре. За что и большое уважение, кстати. Тебе огромный респект от наших земляков. И все, кто, конечно, нас смотрит. Че, кого? Шоколадку будешь? Будешь шоколадочку? Сникерс. Какую? Сникерс маленький. Себе. Что-то еще надо? Себе возьмешь Сникерс маленький? Газировку. Я себе большой. Сейчас было смешно. Воду. Пацаны веселятся. Да, давайте. Вы с минуса приехали? Да. Ой, пацаны молодцы. Кстати, у них вот эта волжаночка вот эта специально, да, заказали ребят. Она, конечно, не едет, но мы доехали. Ну как едет, не едет. Вы же доехали? Значит, доехали. Едет. Все. В кино про кино будет и все. А мы девочки? На массовке сегодня. Да, пожалуй, это ко мне, по массовке, это как раз ко мне. Я же иду, да. Нам, кстати, девочки нужны для массовки. Если пацаны заведут кальян, то, в принципе, нормальный вечер удался, да? Пацаны, кальян, какой сегодня вкус? Теперь банановый. Кальянчик. Лимонад Байкал с лимоном. Ё-моё, вот это да. Пробовала лимонад Байкал? Да. А я нет. Да. А ты не куришь. Ваш кальян, ваши девчонки и вы. Базара ноль. Все, договорились? Договорняк. Еще кто подойдет. Мы поехали туда. Все, нашли ребят. Сегодня у нас была война маленькая. Я не знаю, вам видно, нет, эти прострелы, еще и панель прострелили. Вот хозяин, давай. Он живой, короче, спасся, повезло ему. Да, ну в общем, было сегодня реально. Дениска сказал, что ни хрена сегодня не сходил. Почему? Потому что, блядь, ой, продоньте за вопрос. Некогда было, да. Некогда, но... Она не работает, на самом деле. Мы в больнице сходили. Привет, моя дорогая. Ты тоже сегодня не скучал по мне? Я врачатик. Давай на свет. Красиво, мы же уже профессионалы. Че, говори, что надо? Да, ну, не знаю, можешь сесть к Денису, как бы это будет классный кадр. Локотухи? Да. Головы. Давай. Это не поцелуй сейчас. Мы-то учимся. А ты по-индийски должен отлететь. Да. Где мой стакан? Короче, у нас вот как всегда есть. Уже упал на стакан. Дискриминация. Снимаем, короче, животинушек. Вот там перегородили, чтобы они туда не... Что, Чикаго, 9-й поселок, у нас все реально, и мы сегодня опять не спим, у нас опять ночные съемки, все круто, тусуемся, тусовки продолжаются, Чикаго. Смотрите, посадили на попу, бля, тачку жалко, пиздец. Вот крылья мои отсосали нам. Ну и, собственно говоря, кино про кино. Туцики приехали рекламировать. Ну не 30, 25 до Абакана и 8 минимум до отсюда до Черного. А отсюда еще больше. Вообще 45 где-то километров. 45 километров. У меня на рюкзачке такие же штучки, кстати. В общем, тут все в трендах, прям все в трендах. Вот так вот, кино про кино на фоне бывшего, бывшей школы когда-то, бывшего какого-то
небольшого октябрьского магазина, может, большого, не знаю. Но, в общем, все это в руинах. Теперь это в руинах, и никому это ничего не надо. Раз обрабатываете ту информацию и делаете сравнение. Вы когда были молодые, такой чик сравнения, и они, во-первых, наверное, у вас такая же тусовка, наверное, была, ну, в смысле, так все орали там, да. Только папиросы, наверное, были такие. Беломорщик. Клеш, клинья, цепи. Цепи, да? Копейки загнутые по клешу, чтобы не терлись сильно. И танцы вот так. Как там вы танцевали? Шизгара. Шизгару давай. Как танцевали? Вот так, да, как-то? Сейчас так не танцую. Камера. У меня тоже есть камера, я тоже могу вас поснимать. Пока нет. Ночные съемки в Черногорске, 9-й поселок. Как на банк много пассажиров, ты потеряешь твое тело заживо до шива. Да не расскажи нам, кто... Сцена 30. Кадр 3, дубль 1. Сцена 30, кадр 3, дубль 1. Поехали. Хаджиме. Вообще, на самом деле, знаете, я смотрю, и мы реально проблему обсуждаем, показываем, что многие курят, пьют, и, к сожалению, такие парят. И буквально, если посмотрите на кадр, то это каждый второй, к сожалению. Короче, не тыц-тыц-тыц, а пыщ, тыщ, пыщ, тыщ, 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 пыщ. Всем спасибо! Маленьким не давай, Антоха! Все на моем YouTube-канале будете, Вячеслав Гончаров! Просто фанаты просят общие фото, давай. Интересная сцена, две собаки и там контейнер с глазами. А мы все снимаем. Ну что? Ну что? Ночные съемочки. Включи фонарик, пожалуйста. Так вот мы еще не спим. Как состояние самочувствия? Да тепло в машине. А вот сейчас хорошо, да, стало? Кстати, там подогрев есть, попки. Да не, нормально. Как самочувствие у нас? Классно. В кино хотим? Да. Все, мы в кино. В общем, кино про кино. Кино про кино. Покажи нам девочку. Кино про кино. Которую ты поешь спасать. Просто вообще. Просто жесть. Мамкин блогер, я не знаю. Кто ему камеру дал? Берите камеру. Хорошо, что у меня есть деньги, могу сам себе купить. Если бы он знал, что я у кого ее отобрал. Отвечаю, мне кажется, он раньше это. Телефоны такие были с крутилочками. Он на него снимал где-то, наверное, ходил везде. Всех дома доставал. Спальчик. Ну вот, в общем, так вот сейчас мы будем пробовать сюда. Нашего прекрасного оператора. Когда машина поедет, тогда сами погаснут. А? Мы сами погаснут, когда машина поедет. Ладно, сейчас подожди. Да если увижу. Ты же у меня вообще прям героиня, ты мне в каждом. О боже мой. Ты мне в каждом. Ну без меня никак, потому что. Я про что и говорю. Ассистент. Ну, говори, посмотреть мне на себя любимую, да? Да. Ну даже как на красавицу Ягу налюбоваться не могу. Мне поспать просто. То, ну да, я как бы поддерживаю полностью, нам бы поспать. Вот вы все сейчас спите. Вот Черногорск весь спит, да? Видите, все спят. Люди.
Так Антоха тут музыку врубает, что людям спать не дает. А вот я бы поспал, а время 12 ночи, а уже точнее первый. А мы снимаем. А мы не спим. Мы не спим. Но мы всегда в хорошем настроении. Ура! Мы несем людям счастье. Ну-ну.